Всем привет, с вами Пенни Прец. И да, я сегодня снова на Изи Дропе. Я хотел на этой неделе покрутить Кейс Баттл, только Кейс Баттл опять стал в позу и говорит: авторизуйте свой Киви кошелек, иначе денег вы нам дать не сможете. Я, короче, показал им два средних пальца и ушел на Изи Дроп. В общем, так, что сегодня будем делать на Изи Дропе? В первую очередь хочу сказать, что на этой неделе у нас будут принимать участие лоты. Будут вот разыгрываться вот такие вот скинчики. Вот такие вот скинчики будут разыгрываться. И единственное, что я маленечко меняю условия. Скинчики будут разыгрываться не от количества лайков, а от количества участников. Потому что, как бы я ни просил вас, чтобы вы мне просто лайки не накручивали, но вы ко мне не прислушиваетесь, вы меня не слышите и не хотите этого делать. Вот. Поэтому я не знаю конкретно кто, но могу сказать, чувак, это все благодаря тебе. Тому одному, двум, а может быть и трем человекам, которые просто накручивали мне лайки. Что мне очень неприятно. В общем, что такое участие? Участник — это аккаунт. Это аккаунт. Аккаунт, который под видосом напишет комментарий минимум из 5 слов. Это будет считаться участником. Итак, так как количество участников, оно, в принципе, всегда меньше, чем количество лайков, поэтому на 15 лайкосов будет разыгран 15 участников Desert Eagle Оксидное Пламя, на 20 участников будет разыгран Императорский Дракон, то есть если мы 20 участников наберется, и на 30 будет разыгран Бог Червей. То есть если человек просто будет скидывать свой промокод, писать там какое-то одно слово, я участника, по-моему, считать не буду. Именно должен быть комментарий из 5 слов. Надеюсь, вы это поняли. Если не поняли, можете задать вопрос в комментарии под видосом. А я лечу на Изи Дроп. Не знаю, что и как будет, потому что, мне кажется, нихуя не будет. Но мне нужно ломать алгоритм Изи Дропа, поэтому ломать алгоритм нужно. И как-то это нужно сделать. Давайте с фришки начнем. Заберем Алоху. Ну, распространение было бы поприкольней. Только Изидроп решил, что мне нужен. Алоха мне нужнее. Не знаю, почему он так решил, потому что мне Алоха совершенно не нужна. Тем более за 4,43. Если бы за 4430 рублей 43 копейки, то окей. А, тут две грозы на выбор. Какую взять, да? Бля, я ту хотел. Что ты мне ту подсунул? Так, все. Фришки закончились. Фришки закончились. Что будем делать? Я не знаю, может, бомжа снова, бомжа может быть, бомжа покрутим, давай. А насколько хватит бомжа? Ну, на 9 попыток с бомжом. Давай посмотрим, что мы сейчас крутанем именно 9 раз бомжа. Посмотрим, что с него выпадет. Хотя надо было, наверное, ломать-то на этом. На ширпе, скорее всего. Надо было ломать на ширпе, наверное. Потому что здесь, наверное, конфедишн, мама... Ну, всякая хуйня, да? С ширпы, когда такое сыпется, это не обидно. А вот когда с бомжа такая херня сыпется, это пиздец как обидно. Ну вот, конфедишн зира даже до червей не дотягивает. Ну ничего, цель какая. Открыть бомжа, посмотреть. Запутать корень этот изидроп. Ох ты, что-то, блядь, первый окуп кейса с 4-й, по-моему, попытки, да, был? Так, кварц, давай за 5 сотен грозу, или за 6, лучше за 6, давай, за 6, нет, за 2,80, ну, конечно, за 2,80 она нужнее, нахуй тебе. Зачем мне гроза за 5 соток, если есть гроза за 2,80? Вот, давай ножик, давай. О, нет, атомный сплав. Бля, МК атомный сплав красиво выглядит. Слушай, ну, я даже сатена... То есть, получается, в общей сложности там 350 рублей было. Но даже сатена, не, по-моему, не вытащу отсюда. А нет, вытащу. Сатен вытащу. Но еще на один этот остается. Еще остается на один. Да ладно! Чего? Что? О боже, я думал, это хуета дорогая. Ёбаный... 25 рублей, пиздец, я думал, она, блядь, косарь стоит. Ну, Франклин 70 рублей стоит.
60, да. Ну, заебись. Ну, давай посмотрим, что в итоге. Что у нас тут? Вот, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 9 скинов. На сколько? На 220. 220 рублей. Ну, минус сатен. А, минус сатен. Так, мы вот это вот продаем. А, вот это вот продаем. ₽34. Да. 34 рубля. Может быть, блядь, все продать и шерпу ебануть? Не, давай посмотрим сейчас сперва шерпа. Тут даже на один, на десятый кейс бомжа не хватило. Давай шерпы посмотрим по два. Как и чё. Я хочу сказать, что сейчас у меня на раннее утро, у меня только 8 утра. В общем, онлайн там что-то. Какой у нас онлайн? 250 человек, 8 утра. Блин, два надо было открывать. И вот, ну, я даже не знаю, хорошо это или плохо он дает на 8 утра. Ну, давай на стилете, ёптать. Глубокий рельеф бы себе оставил. Не, ну второй раз, если нож ширпа... Ну хоть новое, ёптать, 50 рублей. Хоть что-то, блядь. А, нет, 67 даже, ничего себе. Что ж ты так расщедрился-то, ёптать. Я вот даже не знаю, может быть, всю эту шелуху забрать, потому что мне нужны скины на розыгрыш. Ну, блядь, нефрит? Блядь, нет, хуй-то там, обрадовался. Ну, это сколько? Я уже забыл, сколько это стоит за лупа. Ну, недорогая. Так, давай глянем, что сейчас получилось. 7 скинов, и сейчас это стоит 324 рубля. Ну, я забрал, я купил. Я купил свой деп. Так, ну-ка, давай контракты. В контракты мы сейчас закинем самое дешевое. Три скина самых дешевых на 82 рубля. Посмотрим, что ты дашь. Готовченко. Но порадуй. Я, по-моему, настолько же и закинул, да? Луна в знаке весов. Луна в знаке весов. Ну-ка, было 320 же было, да? 324. Ну, 4 рубля, сука, сделал. Охрененно, да? Так, что по видосу? 7 минут. Ну, это мало. 7 минут. Так, доступно для продажи. Даже не знаю, что. Так, давай мы это все продадим, короче. Все, абсолютно все продадим. И сейчас еще это. Так, давай снова бомжа. На все открываем бомжа, потом смотрим, что выпадает. Я не знаю, нахуя у меня такая стратегия ебанутая. Открываем на все бомжа. Смотрим, что падает. Ну, валентность это дороже, по крайней мере, вот этого госкурузадерса была там. А, за 7 рублей. Понятно, то была, блядь, за 72 в 10 раз дороже. Ну, 10 раз дороже, наверное, это была закаленная в боях, а тут какая-то вот еще одного валентность, да? За 9 рублей. Ну, сейчас все. Не, нихуя, открываем на все бомжа. Я не знаю, я просто пытаюсь каким-то образом сейчас алгоритм изидропа, блядь, сломать, чтобы... О, злобный даймё. Дайми, а, дайми. Охуеть. Ну вот злобного дайме можно забрать. Злобного дайме можно забрать. Чего, блядь? Вы видели, он прям, сука, тормоза в пол сжал сейчас. Вот это вот сейчас было. Вот это вот сейчас было, блядь, прям это. Что видно, что он прям аж затормозил аж люто, блядь. Вот на картеле бы так затормозил еще. Или каратель это. Картель. Ну, по крайней мере, один скин у меня есть уже на вывод. Один-то есть точно. Экзоскелет, экзоскелет. Что ты хочешь? Экзоскелет, Нет, красный кварц, блядь. Нахуй нам экзоскелет? Он серож на 10 рублей дороже, да? Будет красный кварц. Ну и хуй с тобой. Хуй с тобой. Блядь, а чё за пролаги у сайта? Он как-то вот так вот... Как-то, блядь, он это...
скачкообразно, такие рывками было. Или это мне, блядь, у меня в глазах такая хуета, или это реально там было. Возможно, ну, Confedition Zero, да? А, так. 6,87. Так, что по бабкам? Давай посмотрим. Доступно. Продать все. 558 есть, да? Так, у нас есть 17,89. Так, мы это продаем. Всю вот эту вот шляпу, очень дешевую шляпу мы продаем. Ок, ок, ок. На 53 рубля напродавали. Так, еще есть 32 рубля. Ну, давайте тоже нахер продадим. И снова в ширпу. И снова ширп. 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 Так, давай по 2. Я хуй знает, что. Что я хуй его знает, пытаюсь тут сейчас. Так, это мы будем продавать сразу. Угу. Чё ты, ну ёб твою ж, ни туда, ни сюда, между двух фиолетовых. Хуй с тобой. Блять, мне либо кажется, либо сейчас сайт он как-то с этими рывками. Не плавно идет у него это, а рывки какие-то. Что-то я не знаю, мне мерещится, походу. Какао буйство дешманих. Галимая дешмань. Ничего, ничего, ломаем. Бля, или сейчас на него надо неделю депать, чтобы, блядь, он... Что-то же вот я что-то в голове сейчас не могу никакого алгоритма простроить, чтобы сломать его снова, он давать начал. Или каждую... Так. Ну, есть, по крайней мере, один апгрейд попробуем, 10 рублей. Посмотрим, что получится. 10% апгрейд попробуем. Какао. Да мог бы и до скелетной дотянуть африканской сетки, а чё? Тут чисто одна африканская сетка, да? Ну, хуй с тобой. Ну, в любом случае, какую-нибудь африканскую сетку-то выбить-то отсюда приятно будет, да? Ну, вот керамбит, например. Коготь-то я вытаскивал. Ну, не отсюда, но вытаскивал. Так, давай... О, уже, блядь, уже 12 минут, блядь. Только что был ролик 7 минут, сейчас уже 12 минут. Давай, давай, давай. Под слив, сливай, нахуй. О, блядь. Он. Слушай, он мои мысли читает или что? Я говорю, вот, блядь, керамбит бы, и он, сука, начал возле керамбита тормозить. Так, надо это штык. Тогда штык-нож давай. Там сильно дорогие. Так, давай, три откроем. Там два сильно дорогих скина было. Поэтому он не дотянул. Ну, сделаем апгрейдик, получается. У меня только на один апгрейд там есть, да? Ёб твою ж. Дивизию, блядь, в ногу, в рот. Ну, смысла дальше нет крутить, потому что это уже... Ну, и ролик очень, уже долго пишется, и... Но он ни в какую, он ни в какую не хочет. То есть, ни в какую не хочет. Так, апгрейд. Ну, у меня на апгрейд есть одна пушка. Бля, не знаю, может попробовать вот эту хуету. Или вот эту потом процентов на 50 заапгрейдить. Даже не на процентов 50, процентов на 30. Попробовать револьвер. Давай-ка я вот эту... попробую на 300 рублей сделать апгрейд вот этого револьвера. Кракен. Мертвые головы. 30%. Посмотрим, что. Посмотрим.
Даймё есть, даймё есть. Залетит. Нет, да ты... это просто пиздец какой-то. Это реально просто какой-то пиздец вообще. Ладно, ну не буду я дальше. Я, по крайней мере, я заберу даймё. Заберу вот этот... Чё, зачем ты сюда меня... Блять, нахуй ты меня сюда-то перебросил? Я же запросить с маркера, все. Ну что, ребят, на этом, в общем, все. Вот такой получился видос. Ну, ушел, конечно, я не с пустыми руками. Это не так обидно, да? Но, тем не менее, можно было бы и лучше. Ох, ну что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока и до новых встреч.